С нами Лёвка, с нами Лин. Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли с собой, чтоб орать на крыше. С нами Нюрка, с нами Апак. Он вырубить всех может, ведь зая не дурак. И тут один из нас сказал: а пойдемте к Фише. А кто это за фишман и где же он живет? На суши и на покер он лично всех зовет. Ну а мы в такой компании возьмем, да и припремся к Фише. Фишман! Кто такой тот фишман? За картиной обнимается, с айфошей говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Фише. С нами Коля, с нами Олег. И две луны назад запомним мы навек. Удачи, успеха желаем и достичь в карьере. С нами Финик, с нами Хайд. Они нам все расскажут про Apple-овский сайт. Да ну и всех! Пойдемте лучше к Вере. К Вере? А что это за девочка и где она живет? В четверг нас их накормит, традиции блюдет. Ну а мы в такой компании возьмем, да и припремся к Вере. Вера! Кто такая Вера? Красиво улыбается, о театре говорит. Подтягивает всех нас, как будто бы магнит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Вере. С нами Сергей. Он главный по скайлайтам, начальник батарей. Он дек такой построит, лишь бы был молоток и гвозди. С нами Лина и с нами Ян. Он с Джобсом побратался, WhatsApp-а капитан. Но это все потом. Ну а фишманы зовут нас гости. Что это за парочка и где она живет? А вдруг нас там не ждали, а фишман там поет. И Лилинка во дворе на деке разгрызает кости. Кости? Куда из кости? Давайте вместе выпьем за новый крепкий брак. И Вера так красива, и фишман не дурак. Ну а мы такие клевые, что сын нас придет. Вам гости. А мы такие клевые, чуть что-то не приберемся в гости. Слушайте, я, конечно, совершенно запросто могу петь, но мне кажется, мне не стоит петь. Ну, она закружилась. Выдыхай, бобер, выдыхай. Лина, у тебя тоже звука нет? Я крутился на...